Дон Дон Дерри, вы на канале Яси Дерри. Всем привет-привет! Меня зовут Яся, и сегодня я снимаю Ask Дерри, или же по-другому вопрос-ответ. Только сегодня он будет необычный, а какой вы узнаете чуть-чуть попозже. Вопросы мне задавали в моем инстаграме, поэтому да, кто не подписан на мой инстаграм, вот мой ник, я вас там всех очень сильно жду. Ну и перед тем, как мы начнем, я советую тебе подписаться на мой канал, потому что на 100 тысяч ясиков я разыграю Дерри Бокс. Если что, ясики — это мои подписчики, точнее, я их так называю. А в Дерри Боксе будет различная мимимишная канцелярия, сейчас такое очень любят, и я надеюсь, что вам тоже понравится. Ну а теперь мы можем начинать, поехали! У тебя есть парень? Блин, у всех есть парни, у меня нету. О! Вы ничего не видели. Да, как-то вот так. И все, что вы сейчас увидели, это юмор и полный бред. Я таким не занимаюсь. Поэтому да, у меня нету парня. Камон, мне 12 лет, какой парень. Что делаешь сегодня вечером? Я даже комментировать не буду. Когда мы откроем капсулу времени? Вот та самая капсула времени. Что это за капсула, спросите вы. Это такой небольшой секретик в нашем классе. Ну так вот, ее мы откроем в 9 классе. Когда у тебя день рождения? До моего дня рождения осталось 4447 часов. 266 820 минут. А это значит, то, что мой день рождения уже 8 июля. Да, мне остается только ждать. Такое видео у меня получилось. Если оно тебе понравилось, обязательно ставь палец вверх. Тебе не сложно, а мне очень приятно. И не забывайте то, что на 100 тысяч ясиков я разыграю Дерри Бокс, в котором будет различная мимимишная канцелярия. А также хочу вас поблагодарить за 19 тысяч на моем канале. Для меня это достаточно большая цифра. И представляете, все эти 19 тысяч – это все живые люди. Я мега-бомба рада. Еще немного, и нас уже 20 тысяч. Давайте немножко поднажмем. А самое главное – дальше больше, дальше лучше. А я с вами ни в коем случае не прощаюсь, потому что мы увидимся уже завтра. Пока!